Сейчас средний процент профессионального выгорания в России 50. То есть каждый второй работник чувствует себя профессионально выгоревшим. Но это запредельные цифры. Вообще в норме это 3-4%, но может быть 5%. И, конечно, сейчас вот это состояние в значительной части обусловлено общим стрессом, общей неопределенностью. И уже вот это ощущение стресса, тревоги, депрессивных состояний перекладывается нами на работу. Если мы говорим о профессиональном выгорании в строгом смысле этого слова, то здесь вопросы, связанные с коллективом, в котором вы работаете, насколько вы ощущаете справедливым и несправедливым то, как принимаются решения, какая нагрузка на вас падает там, и так далее. Второе – это ваша вовлеченность, соответственно, в деятельность, которую вы осуществляете, потому что если она стала для вас рутинной, скучной и так далее, это тоже будет накладываться на общее состояние дискомфорта и приводить вот к состоянию этого эмоционального выгорания профессионального. Ну и третья составляющая – это степень контроля. Если вы ощущаете, что вы контролируете ситуацию на работе, ну вот свои обязанности, свои полномочия там, и так далее, то у вас не будет профессионального выгорания. А если у вас возникает ощущение, что вы ничего в этой ситуации не контролируете, то у вас будет профессиональное выгорание. Ну а у вас есть профессиональное выгорание, и чем оно проявляется? Расскажите, пожалуйста.